Глава Анапы Сергей Сергеев принял участие в совещании, на котором были подведены итоги работы Анапского отдела МВД России за 2013 год. За 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 2050 преступлений по линиям всех служб. Сокращено на 49 количество особо тяжких и тяжких составов преступлений. Направлено в суд 1015 уголовных дел. По линии дознания раскрываемость составила 70%. 100% раскрываемость по таким видам преступлений, как использование огнестрельного оружия, вымогательство, угоны транспортных средств. Сотрудниками Анапского отдела МВД выявлено 79 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Благодаря проводимой индивидуальной профилактической работе снижено и количество преступлений среди лиц, ранее совершавших преступления. Глава курорта поблагодарил полицейских за службу и хорошие показатели в работе. Проведено очень большое количество общественных, общероссийских мероприятий, при проведении которых не допущено значимых правонарушений. Я хочу вас за это поблагодарить. Сейчас главная задача – антитеррористическая, отмечает мэр Анапы. На курорте всегда должны царить спокойствие и порядок. Не менее актуальными остаются проверки по выявлению мигрантов, которые трудятся без документов. Работа в Анапе ведется в этом направлении эффективно, и темпы снижать нельзя. Глава курорта сакцентировал внимание и на дополнительных формах профилактики преступлений и правонарушений. С целью общественной безопасности всем хозяевам развлекательных клубов, магазинов, точек общественного питания необходимо установить камеры видеонаблюдения. Проанализируйте по времени, по месту, где эти преступления совершаются. Пусть устанавливают видеообзор, пусть ставят предупреждающие таблички, что работает видеокамера. Также администрация города-курорта намерена продолжать совместную работу с полицией по пресечению нелегальной продажи алкоголя и торговли в неположенных местах. Совещание полицейских закончилось торжественным присвоением специальных званий на основании приказа начальника главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Дмитрий Илларионов, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы, за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности награжден почетной грамотой ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ему присвоено звание «Подполковник полиции». Старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска Александру Авакяну и заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Станиславу Шевченко присвоено специальное звание майор полиции. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.